Всех приветствую, ребят, с вами Император Прайм, и хотел поделиться маленьким объявлением. Сегодня, 19.03.2018, в 6 часов вечера я начну стрим по Армате, но также через 2 часа в 20.00 по Москве я разыграю для вас танчики. Так как я уже сегодня вот 4-й день уже в Армату не играю, тем более там вышло обновление, надо посмотреть, что там и как бы все равно. И для вас вот до такой задержки все равно сделал что-то приятное. Поэтому опять же, те, кто частенько участвует, в курсе всех событий, что и как надо. У нас разыгрывается МК Сабра, поэтому сейчас покажу, что и как, куда надо делать. Все очень просто. Ссылочки на репост я оставлю. У нас все просто. Первое. Нужно быть подписчиком Brotherhood группы. Второе. Поставить лайк данной записи. Поделиться данной записью. И в комментарии к своему репосту указать, почему вы должны выиграть этот танк. Все очень просто. Ребят, повторяю еще раз. Если вы просто сделали лайк или просто сделали репост, ну и ничего из этого, ну то есть я захожу и смотрю на страничку, что у вас, к примеру, все вот это сделано, вот первые три пункта, но не написано, почему вы должны выиграть этот танк. Я его вам не отдам, ребят, говорю сразу. То есть все очень просто. Есть определенные условия, на халяву уксус сладкий, ну, в принципе, тут и так практически на халяву, вот, как говорится, ничего такого сложного нет. Я думаю, пару букв напечатать все-таки можно, так что внимательно, будьте внимательны, что там, как и зачем. Потому что из перечисленных, вышеуказанных вот этих правил, ребят, если что-то не указано будет, ну извините. И попрошу опять же закрепить, чтобы на страничке вверху у вас была сразу же эта запись. Чтобы не листать ваши 600 репостов где-то там искать. Понимаете, да? Вот, поэтому все очень просто. Вот это первое ВКонтакте, ребят. ВКонтакте. И у нас, как вы видите, первое место самое крутое, ОБТ Сабра МК2, 20 платиновых контейнеров на втором, 3 дня према на третьем месте. Также переходим в Одноклассники, и здесь в Одноклассниках та же канитель. Практически. Быть подписчиком Brotherhood, поставить класс данной записи, поделиться данной записью. И в комментарии репост указать, почему именно вы должны получить этот тунчик. И опять же, у нас то же самое ОБТ Сабра МК2, 20 платины и 3 дня према. Я думаю, на этом все. Все очень просто. В ВКонтакте у меня будет с помощью рандома определяться победителя. Ну, а в Одноклассниках, увы, нет, там генератор чисел будет. Поэтому генератор чисел определит победителей. Ну, как бы все очень просто, ребят, все очень просто. Вот, к примеру, смотрите, какая ситуация, я даже простейшее сейчас объясняю. Поставить класс данной записи и поделиться данной новостью. К примеру, класс поставило 200 человек, а поделилось 109. Вот я буду отталкиваться от тех, кто поделился, короче, ребят, в первую очередь поделился. То есть эти люди, скорее всего, там кто-то ставил класс, кто-то не ставил, поэтому, понимаете, да? Ну, как бы вот так вот. Ну, я думаю, людям, которые все равно играют в Армату и недавно пришли или тому подобное, танки, платина, халявный день, према, хоть как-то в этом проекте, но мы что-то сделаем приятное. Поэтому на этом все. Розыгрыш будет на моем канале в 8 часов вечера, в 6 часов вечера по Москве я начинаю. Вот, на канале Императора Прайма. На этом всем спасибо, всем пока, ставим лайк, репостим максимально. Ну и да пребудет с вами сила, да победит лучший танкист-тракторист. Всем удачи!